Желаю успехов, Макс Эхов, Манник Вохол. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Это мой логотип моей банды Торнопарт. Она существует с 99 года. И ты сейчас слышишь сингл в стиле прогрессив Death Metal 2018 года, который вышел на двух лейблах Cool Minis Records и Cybermax Digital Records. Вот, в формате CDR. Так, вот, купил диски у Лютера. Есть такой тип на Фростере, Лютер. Я у него уже покупал. Ну, первое мое с ним знакомство было хуевое. Morbid Angel. Мы тут живем с ним 10 минут пешком ходьбы. Вот. Друг от друга. Первое знакомство было хуевое. Morbid Angel он мне прислал через Укрпочту. И там были... И там был трей убит, трей убитый, коробка была убитая. Тут, блин, 10 минут идти пешком, могли бы встретиться, потому что адрес Укрпочты был тут рядом. Ну, короче, 10 минут пешком идти. Что, тяжело было это самое. Ну, диск целый, нормальный, там все, полиграфия нормальная, но коробка убитая, и ничего об этом сказано не было. И видно, что это он такое и всунул. Ну, вот это минус, да. Ну, в этом смысле, да. Я это, вот эти диски выкупил, то есть мы с ним договорились, что я заплачу позже. В этом смысле договориться можно. Классный тип, молодец пацан. В этом смысле. Так, ну вот, купил Testament. Ну это пиратская позиция обычная, то есть вот, 10 гришек всего. Немного себе ставлю, пока не куплю себе или лицензию, или фирму. Вот. Все читается, диск идеальный. Вот. Ну, такой-то шли, левактю. Но это не спил, к сожалению. Так бы я его мог продать выгодно. Ну, ладно. К сожалению, это не спил. Вот, доволен. Послушал, вспомнил. Классный альбом. Когда-то он мне не пошел. Я другие альбомы любил, а сейчас мне этот альбом тоже нравится. Ну вот. Так, вот, Темнозорь. То есть, ну, он стоит на Дискоксе, я видел, 5 евро. Вот. Лютер мне его продал за 250 гривен. 250 гривен, да, конечно, дохуя для этого издания, я считаю, блин. И не сказал мне, я не знаю, вот он был или не он. Лично с кем-то встречался, с каким-то пацаном, блин. Не знаю, кажется, то может быть и не Лютер был, я не знаю, я Лютера в глаза не видел. Видел только фамилию, имя и отчество, и знаю одного Александра Шведова, ну тот отморозок конкретный. Поэтому об этом я ничего сказать не могу, потому что может быть это просто одна фамилия. Хрен его знает. Вот. Ну что, издание нормальное, только чувак не сказал... Не сказал, наверное, он все-таки это был посредник, потому что он не сказал, что, вот, смотрите, сейчас достану, тут полиграфия убацанная, 250 гривен это, ну, никак не стоит, вот, тут нормально, я не посмотрел, поверил, типа, ну, все-таки, типа, дубов. Такой диск продают, должен быть нормальный человек с правыми взглядами, как бы, ну, не подсовывать, как бы, нормально должен быть. Я знаю людей правых, которые, люди чести, блин, они пиздоболы какие-то, которые бегают и кричают на каждом углу, что они патриоты, псевдо, блядь, патриоты, нахуй. Ну, вот, короче, о, вот, вот, видите, вот, полиграфия. Вон, мятая, пиздец, блядь. Одна страница. Ну это ж брак. Кому я вот я захочу продать, кто мне его купит за... Что, я тоже должен втюхивать? Я втюхивать не буду, как... Я не мутный, блядь. Вот мутный, да, тот может втюхать. Я втюхивать не буду. Я предупрежу, что помятая полиграфия, конкретная, при том помятая. Надо же было сказать, 250 гривен. Нихуя себе цена какая, блядь.
это ж, блин, пиздец, слышишь? А еще чувак хотел мне, типа, УКР-почты или новой почты отослать. Еще переплатил бы, да? Спасибо, блин. Лучше лично уже встретиться или через посредника, так уж и быть. Ну так об этом же надо было предупредить. Вот это единственный минус. Так, все нормально. Ну вот это минус. Диск играет, все в порядке. Качество, понятно, это польское издание. Все супер. Вот. Так что, вот, не знаю. Надо предупреждать. Я считаю, всегда надо предупреждать. Что там то не так, это не так. А так, блин, так, конечно, блин. Вот, то есть я если буду покупать у Лютера, то буду все досконально проверять, блин, щупать там чуть ли не на зуб, блядь, нахуй. Прежде чем купить. И только при личной встрече. Потому что доверять, конечно, уже доверия нету, честно говоря, блин. Ну, когда я шел на встречу с посредником, видел одного долбоеба на велосипеде. Может быть, это и был этот, похожего на того долбоеба. Которого я знаю. Вот. Ну не знаю, не знаю. Так что я не буду говорить, просто сказал как есть. Показываю как есть. То есть никакой отсебячины, все как в натуре. Все как есть в действительности. Ну все, пока-пока. Покупай на Фроссере, продавай на Фроссере, делай выводы сам. Все, я показал тебе, чувак. Форумчанин, смотри. Гость форума тоже смотри. И делай выводы. Ху из ху. Пока-пока.